2013. Yay! Мы будем сейчас играть Geometry Dash. Как ни странно, мы играем тут в Geometry Dash. Задней нет, но получается иногда да, иногда и нет. Херню говорю, мы будем проходить сейчас уровни телефона, подумайте вы. Не с телефона, Gauntlet, да. Gauntlet что-то давно не играл, но следующий уровень, который я как раз не добирался, демон Gauntlet. It называется Gauntlet is Locked. Ага. Я понял, точно сейчас надо открыть эту штуку. Ранее я открывал вроде. Ну, прочитаем еще раз. Нужно открыть демон Gauntlet, чтобы открыть, ну, попасть в темницу куда-то. Не, тут, значит, да. Зачем я сюда проходил? Ага, вот, надо открыть эти ключи, чтобы открыть этот уровень демон Gauntlet. Окей. Так, чтобы открыть этот зеленый ключ, они прятали это в моих снах. Второй ключ закрыт в секретном сундуке. Открой 50 секретных сундуков, чтобы получить ключ. Понял. Ну, давайте начнем с сундуков, которые я ни разу не открывал. У меня как раз 52 ключа есть. Окей. Нужно подработать зеленый ключ. Открываем 52 сундука. Первый сундук. 100 орбов и 5 кристаллов. Как ни странно. Как ни странно. Именно не слышно. А мы-то слышно. Сейчас про... Ну что ж, проверим. Вроде мне слышно. Отлично. Окей, второй сундук. Больше сундуков тут всего 3. 12, можно сказать, страниц, давайте посчитаем. 23 страницы. О, тут еще есть такие сундуки, точно. Ладно, тут херня сундуков, открываем пока что обычный. Последний сундук. 100 орбов. Да, у меня больше нету ключей. Да хренище ключей потратил. Охрененно. Чё ж, я получил, кстати, этот ключ. Так. В секретном сундуке. Вот такие сундучки в конце. Открой 48, чтобы получить этот бонус. Открой 48 сундуков, чтобы получить этот бонус. А, ну да, 52 из 48, охереть. Окей, можно открыть этот ящик. Новый иконка гравитационного шара и зеленый ключ. Вот он. Все. С этим разобрались. Дальше синий. Давайте посмотрим. Ты нашел синий ключ? Excellent. Осталось двое закрыты. А синий, по-моему, знаешь какой? Пройти секретный Gauntlet. Этот хаос Gauntlet вроде он. Окей, зеленый. Ты накрыл второй ключ. Интересно, остался один. Так, третий ключ находится в конце мила. Я даже не знаю, что можешь его найти. Проси у гейткипера. Рупрап знает про ключ, он знает, где он должен быть. Гейткипер находится в конце мира. Трони его, то было подскакуять. Ага, я понял, это где-то вот тут, да? Да! Вот он, где гейткипер потревожил мой сон. Прав, это ты? Я никого не ждал тут. Кажи мне мастер эмблем, я могу тебе пройти. Ты что, не понял меня? Кажи мне мастер эмблем. Так, что за мастер эмблем? Мне кажется, надо будет получить в магазине. Хватит уже трогать ее. Это большая проблема, я ненавижу тебя, парень. Окей, я тебе скажу, подожди. А, ты хочешь ко мне попасть? Я думаю, магазин? А, тут точно магазин должен быть. Смотри, я могу тебя пустить, потому что... Потому что тут нужен некий код.
Ты меня слышишь? Ара, Орей, собери 500 алмазов, чтобы я смог пройти пути. Используй элемент 1000, и ты сможешь попасть. Но я тебя предупреждал. Тебе нравятся горячие курицы? О, алмазы. Ты нашел их? Ну да, у меня больше 500 алмазов. Окей, я тебя пущу. Но ты никому про это не говори. А, вот этот магазин секретный, да? И где же тут мастер эмблем есть? Кстати, иконка такие необычные тут. Вот это? Да, мастер эмблем. За 1000 маноров. О, ты решил это купить. Хорошо для тебя. Но ты должен понимать, что я имею в виду. Ты меня понял? Угу. Охереть. Ну все, я тебя могу выпускать. Чуваку, да? О, мастер эмблем. О, лорд Рараб. Я пущу тебя, то есть я думал, что я Руп-Руп. Please, come on. Wait, ты же не Раб-Раб. Это было плохо. Ты понимаешь, что это не так? Ты не должен создавать никаких проблем. И что за сундук? А вот и желтый ключ третий. Все, 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 все. Да хрени, что ты потратишь. Эту шнягу взять. Ладно, ладно. Третий ключ открыт. Ну что ж, монстрик. Я свободен. Я был так долго заточен в этой пещере. Теперь я имею свободу, я могу начать то, что я хотел. О, какой красавец. Араб прав. С курицами ты не сможешь меня спереть. У меня есть крутой план. Уничтожить мир геометри Дэш. Я не мог бы, если бы ты не помог мне Флаттерши. О, это было... За то, что помог, я тебе дам маленький подарок. За компенсацией. Так что, может, когда-то увидимся. Да. Эй, я слышал, что... Что? Ворота. Ты открыл... Ворота? Ворота. Это очень-очень плохо. Плохо. С ума сошел. И что же получил? Синий ключ. Новую иконку смерти. Охренеть. Что? Теперь мы этого Гаунтли должны пустить, да? Окей, демон Гаунтли, поехали. Сайдстеп, первый уровень. Скачиваем. Это медиум демон, сразу же говорю. Я вроде что-то помню. Ну, посмотрим, сколько попыт потратится. Я думаю... На эти демон гантли я буду много потратить. Disable smoke. Я не хочу включать disable smoke. Окей, первая попытка. Я кое-что забыл. Все, поехали к жесткому. Много таймингов я помню. И узких проходов. Сейчас будет узкий проход на кораблике, да? Да, узкий проход. Так, тут шар жесткий. Прорвался. Блин, не то сделать. Вообще никак нет. Так. Тут надо жесткая будет херня какая-то волнах, да. Три раза нажать. Попал. Ага. Помню что-то. А вот и монета. Ладно, давайте на практике пройдем и посмотрим. Но пока я тут не буду чил эту херню. На самом деле ничего сложного нет, просто надо было вспомнить, как это проходится, и в главном конце тут не слиться. В принципе, потратил попыток где-то 100 с лишним, да. Так что... 120 попыток, да, потратим. Ну, поехали. Вроде я вспомню этот уровень. Попыток уходил, 2000 где-то ушло, если не больше. Блин, в глупом месте сдох. В легком месте, на самом деле. Неприятный тайминг. Да чё ты не попал, блин, дебил. Попал. А?
Вот это прорвался. Охренеть. Как? Вот это мой скилл охрененный. После практики я вообще нигде не ступил. Я просто в шоке. Это я вообще? Изи, медиум, дем прошел за каких-то 12 попыток и не ступил? Окей. Изи, блин. Что? Вот это я скилловый парень. Однозначно. Степ пройден. Трэшем. Тоже играл на этом. И прошел он побыстрее, чем этот. Но тоже сложновато, надо будет подучить. Но я просто в шоке. 19 демонов. Я в шоке. Я думаю, я точно сольюсь. Но я не сольюсь, я все правильно нажал. Даже в конце не сдох на таких узких проходах. Пипец, вот это флаттершайка. Ладно, сейчас продолжим дальше. Продолжаем в этот же день, в этот же час, в эту же ночь проходить следующий Gauntlet Demon Traction. Скачиваем музыку и, как мы говорим всегда, поехали! Уехай! Наверное, буду тоже на практике вспомнить, как проходится. Музыка-то просто охеренная. Па-па-па вообще. Жёлт музыка. Пам-пам-пам. Это я помню. Ту-ту-ту-ту. Пам-пам-пам. 18% первая попытка охереть. Пам-пам-пам. Па-па-пам. Па-па-пам. Пам-пам-пам. Попал. Так, сейчас узкий проход будет, да? Да? 2% вторая попытка. На практике этот уровень, так и так буду только проходить. Ну что ж, более-менее подучил этот уровень, и не должен больше тупить, на самом деле. И все три монеты тоже понял, где находятся, и соберу. Так что, поехали. 59% стёрто, пятая попытка. Слишком рано. Плохо прыгнул. А нет, опять забыл. А нет, опять забыл. Да не забывай ты ее. Помни первый. Понял? Все, прыжок. Взяли. Изи же говорил, блин, главное не тупить вначале. И все три монеты собраны. И куча иконок открыл. Охереть. Очень быстро. Изи. Ой, блин, не то сделал. Изи. Лайк. Так-то.
Еще один демон про кармане. В кармане. Трекшн. А следующий механизм шалтон, то учить, это вообще слушать. 20 демонов. Охей, так тут мне хоть добавить. Стивен. Холла. Холла. Добавьте в друзья. Кто же такой холла-холла? Идти играть. Найти лайки. Какие-то. Ладно, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Кино. Думаю, сейчас будет еще видео. Так что не прощаюсь. Просто пишите комментарии. И смотрите, какой стильный. Флаттершайка. Изи демона проходит. Медиум демон для меня это изи. Честное слово. Ждем. Ей. Вот это будет несколько видео. Посмотрим.